Друзья, всем привет! С вами снова Андрей, и сейчас вовсю идет празднование китайского Нового года в столице. Мероприятия проводятся на главных площадках Москвы до 18 февраля. Посвящены они 75-летию дипломатических отношений Китая и России. В прошлый раз я был на Камергерском переулке. Это очень оживленное место, где много всяких активностей. Особенно это касается представлений с артистами в ярких праздничных национальных костюмах, с красочными драконами, львами и другими персонажами. А в этот раз я решил посмотреть праздничное оформление на Новом Арбате. Можно видеть, как улица украшена в китайском стиле. На дороге установили большие надувные фигуры драконов и тигров. Из-за постоянного ледяного ветра они оживают, все время находятся в небольшом движении, играют головой, хвостом и практически всем телом. Такие фигуры установили по всему Новому Арбату. А на зданиях висят красивые китайские фонарики. Площадки также оформлены огромными изображениями с пейзажами, где изображены различные экзотические места в Китае и прочие символы. А на карте события можно увидеть, в каких местах еще проходят мероприятия. Также можно наблюдать напоминание нашего прошедшего новогоднего праздника. Таких ярких выступлений и концертных активностей, как на других площадках, здесь не увидишь. Зато для детей здесь проводится много интересных мероприятий, мастер-классов, программы которых надо смотреть в расписании праздника. Вот так отмечают китайский Новый год на Новом Арбате. А еще можно посетить мероприятия, которые проходят на Тверской площади, на Тверском бульваре, ну и, конечно, на Камергерском переулке. А если вам понравилось это событие, то не забудьте поставить палец вверх. До следующей встречи, всем пока!